Приветствую вас, Максим. Я думаю, что было бы в некоторой степени ошибкой полагать, что есть некое универсальное средство для решения подобных проблем. То есть я имею в виду, было бы весьма наивно полагать, что ваша проблема решается через получение, ну вот, какого-то совета определенного. Вот. То есть вы сами как-то пришли к тому, что, значит, не принимаете в себе что-то. Вы сами как-то пришли к тому, что вот вы пишете, что если вкратце, то как у большинства в школе немного был изгой, много терял людей. У кого? У большинства. То есть причем здесь большинство, если ваш опыт, это только ваш опыт, да? То есть, видите, здесь вы себя обесцениваете. Вот начинается обесценка себя. Обесценка себя, обесценивание, берет начало из детства, как правило. То есть именно вот с детством связано то, что вы вот к себе таким образом относится. Вот. Ну, это можно скорректировать достаточно эффективно. Вот. Кроме того, нужно понимать, что в любом коллективе есть изгой, это нормально. Ну, то есть в любом, вообще в любом абсолютно коллективе есть вот те, кто считается аутсайдером. Это абсолютно нормальная история. Вы здесь делаете вот фиксацию на себе, но вот на самом деле это ошибка, потому что дело не в вас, а просто в обществе, в котором вы оказались. Вот. А вы сделали выбор свой быть изгоем. Дальше. Много терял людей. Сейчас так много терял людей. Тоже очень важный момент, что вы имеете в виду под этим, под много терял людей. Вот. То есть много теряли людей, из-за чего при каких обстоятельствах вы теряли людей, ну и так далее. То есть тут очень важно разобраться с этим. Вероятно, вы не завершили эту историю для себя. Вот. Вероятно, вы до сих пор переживаете, вероятно, вы до сих пор думаете, что, ну, что можно было что-то изменить и так далее, и, вероятно, вы воспринимаете то, что с вами происходило, я имею в виду вот, контекст такой потери людей. Вот, как некоторый такой, ну, ущерб себе, как некий такой аргумент в ну, себе в негатив, вам в негатив.
понимаете? Вот. Если это так, то тут нужно этот момент тоже исследовать, потому что, повторюсь, людей теряют все. Этого не избежать. Я бы сказал, что это нормально. Но есть один нюанс. Дело в том, что люди имеют вот такое свойство, да, люди имеют такое свойство уходить сами. То есть вот нужно что важно понимать. Что люди могут уходить сами, что люди, ну, должны иметь выбор. Людей должен быть выбор. Понимаете? Такая штука. Вот. Ну а вы судя по тому, что говорите, вот, вы берете на себя только ответственность, ну, за вот эту ситуацию. Вот, а людям выбора не оставляет. Людям выбора, допустим, быть с вами, например, или не быть с вами, например, да, то есть, как бы, вот это то, что вам, конечно, очень тоже отравляет жизнь. Вот, по факту это такое достаточно жесткое отношение к себе. Но, как не боялся, потерять людей, так и как боялся, наверное, потерять людей, так и боюсь, как не был уверен в себе, так и остался. Ну, правильно, проблемы, которые у вас были, они никуда не делись. Проблемы, которые вы почерпнули из, скорее всего, своей родительской семьи, они продолжают находиться у вас. Они, эти проблемы никуда не уйдут. Вот. И это, ну, это нормально, как мне думается. То есть, ну, я бы спросил вас, а на что вы рассчитывали? Я бы спросил вас, да, вот, чего вы ожидали? Я бы спросил. Вот. То есть, вы ожидали чего? Что пройдет время, и ситуация сама собой нормализуется? А вот давайте вот, подумаем, да, давайте подумаем. Почему, например, вы боитесь потерять людей? Вот просто, с чем это связано? Что вы боитесь потерять людей? Вот. Что для вас, например, могло бы значить, если вы потеряете людей? Какую свою проблему, да, вы пытаетесь решать через не потерю людей, через попытку удержаться людей. Вот. Какую проблему вы пытаетесь решить? Свою проблему. Это довольно важно понимать. Сверхмотивация в отношениях далеко не самый лучший помощник. Сверхмотивация в отношениях далеко не самый лучший, далеко не самое лучшее подспорье, ну, для отношений. Я надеюсь, этот момент вы для себя, я надеюсь, что этот момент вы для себя как-то вот скорректируете.
потому что это, ну, это достаточно важно сделать. Вот. То есть вы вот боитесь отношений. Как не был уверен в себе, так и остался. Но опять же здесь вопрос, да, в чем конкретно вы не уверены в себе. Вот. То есть в чем конкретно ваши сомнения в себе, в чем конкретно они заключаются, с чего они состоят, эти сомнения, что с вами, по вашему мнению, не так, что с вами, по вашему мнению, не в порядке. Вы же так, думаете о себе, скорее всего. Ну, я так думал. Вы так думаете, что с вами что-то не так. Ну, давайте постараемся разобраться с тем, что конкретно с вами не в порядке. Давайте постараемся исследовать этот момент. Ведь сомнения, они, на чем-то базируются. Сомнения же, они на чем-то зиждятся. Дальше. Постоянно что-то не нравится в себе. Что именно? Через это ищу именно за других, чтобы уравнять. То есть, если во мне минусы, то пусть будут и у других людей тоже будут минусы, да? Вот. Так мне будет не обидно, если у других тоже будут минусы, как бы. Вот. Поэтому позиция здесь, в принципе, понятно. Ваша позиция здесь, в принципе, ясна. Вопрос заключается в том, почему вы решили, вообще, почему вы решили, что у вас, в принципе, есть минусы. Вот вообще, почему вы решили, что у вас есть минус? С чего вы решили, что у вас есть минус? Кто сказал, что у вас есть минус? Вот. Дальше. Пытался делать себе подарки, покупать все, что хочу, и делать то, что в кайф, а результата, по сути, нет. Вы знаете, я думаю, что формулировка проблемы, когда вы говорите, что, когда вы спрашиваете, как начать себя любить, да, мне думается, это не совсем корректно. Потому что вы себя любите, но вы не переставали себя любить. Вы не можете себя не любить. Вы заботитесь о себе. Просто вы это обесцениваете. А вот с чем связано то, что вы обесцениваете, значение вот этого чувства. То есть, по факту, требуете от себя, в разы больше, да? Это вопрос. И на этот вопрос, на мой взгляд, и нужно найти ответ вам с психологом.
нужно найти ответ. Понимаете? Поэтому не стоит. Не стоит думать, что есть какое-то вот универсальное средство, которое решит ваши проблемы. Вот. Таких средств, к сожалению, нет. Но есть психологическая работа, в общем-то, которую вы можете провести и которая может вам помочь прийти к определенной гармонии в своей жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!